В минувшую субботу в рекреационном парке по улице Береговой прошло праздничное мероприятие. Невельск отметил свое 168-летие. Торжественную часть открыл мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник. Уважаемые невельчане, я горд тем, что я родился и вырос в этом городе. И я просто обязан сказать слова любви. Я люблю тебя, Невельск. В этот день я желаю всем невельчанам хорошего настроения, процветания, любви, счастья, всего самого-самого хорошего. С днем рождения, Невельск! С праздником, невельчане! Поздравили невельчан с праздником министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева, министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов, координатор правительственных программ в Невельском городском округе Юрий Им и председатель районного собрания Иван Насыпайко. От лица губернатора Сахалинской области Валерия Кириленко и правительства Сахалинской области от всей души поздравляю вас с днем города. Действительно, этот год необычный для Сахалинской области. Мы отмечаем 75-летие со дня образования нашей любимой области и ее современных границ. И вспоминаем вклад каждого жителя Сахалина, Курильских островов, в нашу историю. В честь 75-летия Сахалинской области памятным знаком губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко за особый вклад в развитие островного региона были награждены невельчане, внесшие особый вклад в развитие муниципального образования. Благодарность губернатора Сахалинской области за многолетний добросовестный труд, активную и результативную профессиональную деятельность была вручена Надежде Тарасовой и Сергею Мазуру. Министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов за особый вклад в реализацию социально-экономической политики, организацию и проведение на высоком профессиональном уровне районных, региональных мероприятий Сахалинской области в сфере физической культуры и спорта, наградил штандартом коллектив спортивной школы города Невельска. Доброй традицией стало чествовать в День города почетных граждан Невельского района. Им были вручены памятные подарки. В День города в рекреационном парке для гостей праздника были организованы торговые ряды, мастер-классы, работала фотосушка, призовой тир. Для детей работал батут и аниматоры. Состоялась детская игровая программа. Праздничное настроение участникам мероприятия создавали творческие коллективы и исполнители Невельского района, а также приглашенные артисты из областного центра. Танцевальный коллектив «Дефраж» Дмитрий Апаев и Виктория Малютенко, а также специально приглашенные гости. Группа «Мохито» и диджей-сет «Тайга» и барабанное шоу. Невельск, дайте шума и громкие аплодисменты! Без тебя тихо мне, да. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, ведь ты моя. Если вы узнали эту песню, поднимите руки все. Подождите, рано. Завершилось празднование Дня города праздничным фейерверком. Служба информации Невельских новостей.